Показываю, какое пламя в топке. Сверху лежит стеклянная крышка от сковородки. Дверцы закрыты. Щель примерно миллиметров 8 в самом большом зазоре. Вот такое пламя. Видны голубые языки. Это значит, что горит действительно СО и водород. Оранжевые языки тоже видны. Это горят летучие. Перемешивание воздуха с газами хорошее, что видно по танцующему пламени.